Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как вяжется такой вот узор, ажурные дорожки. Раппорт его состоит из 9 петель и всего 8 рядов вверх. У меня вот здесь 2 раппорта вверх провязано, и соответственно 3 раппорта вот видно, 1, 2, 3 я провязала в сторону. Вязала я этот узор для наглядности из хлопка, чтобы можно было вам показать, как он будет выглядеть при вязании летних вещей, если кому-то нужно. Для раппорта набираем 9 петель. У меня здесь 3 раппорта, я набрала 27 петель плюс 2 кромочные. Итак, первый ряд раппорта. Кромочная снимается и провязывается 2 изнаночные. 1, 2. Дальше 2 вместе лицевой за передние стенки. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе лицевой со середины. Это я провязала первый ряд раппорта. Дальше он у меня просто повторяется. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой за передние стенки. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе лицевой со середины. Итак, я повторяю раппорт. Второй ряд и все четные ряды вяжутся по рисунку. В данном узоре это вяжется таким вот образом. 7 лицевых по рисунку и накиды провязываются, точнее 7 изнаночных и накиды провязываются изнаночными. После 7 изнаночных 2 лицевые. И опять смотрим по рисунку. 7 изнаночных. И так провязывается каждый изнаночный ряд. 2 лицевые. Все очень просто. Третий ряд раппорта кромочная снимается, провязывается 2 изнаночные, 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид 2 вместе лицевой со середины. Это я провязываю раппорт узора, третий ряд. И дальше он у меня повторяется. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид 2 вместе лицевой со середины. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Пятый ряд раппорта кромочную снимаем, провязываем 2 изнаночные, 1, 2. Дальше 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой со середины, лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид, лицевая. И так я дальше повторяю раппорт узора. Это мы провязали пятый ряд. Шестой вяжем по рисунку. Седьмой ряд раппорта кромочную снимаем, провязываем 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2. Делаем накид, провязываем 3 петли вместе лицевой. Накид, 2 лицевые. Это я провязала седьмой ряд раппорта. Дальше у меня он также повторяется. 2 изнаночные, 2 лицевые. Накид 3 вместе лицевой. Спицы я ввожу в середину петель. Накид 2 лицевые. И так дальше. Это я провязала седьмой ряд раппорта. Восьмой вяжем по рисунку. А начиная с девятого ряда, узор повторяется с первого ряда. И в итоге получится такой вот красивый
ажурный узор, особенно для летних кофточек. И также, если его отпарить, он будет еще шикарнее выглядеть. Всем спасибо за внимание, смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. До свидания!